Здравствуйте, я очень рад всех приветствовать на первой школе Института Эйлера по алгебре. Всем спасибо, что вы приехали. Конечно, самое большое спасибо лекторам и нельзя не поблагодарить организаторов. Организатор школы, благодаря усилиям которых она вообще смогла состояться. Это Ольга Постнова, Александр Сойна, Даниил Сарафанников, Мария Самахина и Ольга Фадеев. Конечно, то, что эта школа несет Эйлера, это очень удобно, потому что Эйлер сделал все, поэтому с его имени можно проводить мероприятия на совершенно любую тематику, даже по астрономии, физике и медицине. У школы это тем более. И на этом я думаю, что мы можем начать. Первая лекция у нас с Евгения Тыгина. И, соответственно, вам. Спасибо. Во-первых, большое спасибо организаторам за приглашение. Петербург вообще магистр без удивления на самом деле. Это очень приятно, что вы. Давайте несколько слов скажу про вот так точно? Да. Про то, что будет. Я собираюсь рассказывать про восьмерки Санта. То есть я скажу несколько слов, потом начну с этой конкретики. Но сначала у меня к вам просьба как можно активнее участвовать в процессе. То есть поскольку это школа, да, то полагается, что это будет интерактивно и полезно для вас. Для того, чтобы для вас было полезно, нужно вы можно активнее участвовать. Ваши вопросы не просто приветствуются, а прям-таки необходимы, как воздух. Если у вас хоть что-нибудь хочется спросить, то спрашивайте, будет большое. Вот. Хорошо, значит, давайте я скажу несколько слов. Но у нас с вами будет 4 лекции, как это дело пойдет, опять же, будет зависеть конкретно от взаимодействия нашего с вами, но в целом мысль следующая, что имеется такой объект, с которым, возможно, часть из вас уже сталкивалась. Но я сейчас дам все определения, это без меня. Вот. И хорош этот объект тем, что он встречается в самых разных науках. Но опять же, разные вкусы есть, но мне приятнее всего, когда на что-то можно смотреть с разных точек зрения, и это позволяет, во-первых, ну, интереснее самому, с другой стороны, можно больше разного применять методы, подходы, ну, с точки зрения, когда вы на него смотрите. Ну вот, вот этот объект возникает, там, не знаю, трудно перечислить, каких-то не возникает наука, математически. Вот, ну, всячески интересен. Ну, а тут у нас есть два параметра, это n, это размер пространства, объем, и k, это размер подпространства. Вот, это оба конечных числа, ну а окей, когда математика начинает о чем-то думать, они начинают думать, что с этим параметром можно делать, ну, в частности, хочется и k, и n, 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 и n,
Ну, это, конечно, нужно делать культурно и чтобы получать вот эти классные конструкции, правильно. Вот, и, собственно, то, что я сегодня начну рассказывать, это вот это сделать. Как называется, меня остаток. Вот, это бесконечно мерное многообразие, но опять же, смысл ему нужно передавать, каким-то образом мы это все делаем. А большой плюс заключается в том, что, ну, как я сказал, просто обычный бесконечный возникает в разных науках и в разных ипостасях. Ну, вот и Красмениан Сато, он в дополнение ко всем тем прелестям, которые есть просто Красмениан, обладает массой новых симметрий, массой новых связанных структур. Ну и он там интересен в физике, и теперь представление бесконечномерных, алгебры, алгебрической геометрии, много еще. Вот, ну, собственно, коротко сказал, а дальше сейчас будем пробовать это все обсуждать. А, еще раз я хочу повториться, есть прям настоятельная просьба вам участвовать как можно активнее и давать как можно больше. Хорошо, значит, давайте я начну с самого начала. Поскольку я не знаю, кто из вас знает и насколько глубоко вот изучали, давайте я буду двигаться медленно сначала, ну а дальше, как бы, конечно, буду вас спрашивать по дороге, кажется, что все знают, тогда буду двигаться. А, значит, у нас сначала мы обсудим с вами конечномерную ситуацию, ну и у нас с вами будет алгебра Лиги, основная, нужно, ну, кому как приятнее, можно считать, что это Зелен, можно считать, что это Зелен. Вот, значит, отличаются они не сильно, а именно, что G, N, соответственно, это все N-матрицы, да, это и N плюс C на единичную матрицу. Значит, давайте я сразу говорю, что везде поле у меня везде будет комплексное. Ну, это где-то важно, где-то не важно, но для того, чтобы не заморачиваться, я буду всегда считать, что все происходит там где-то нечистыми. Вот, соответственно, вот это алгебра Лии всех матриц. А это, соответственно, исследование. Ну, и, как я сказал, отличаются они довольно слабо. А именно, что в ДЛН есть единичная матрица, которая, соответственно, нет высоты. Вот эти размеры на единичку больше. А, давайте я введу обозначение. То есть в дальнейшем нам уже тоже понадобится. А, давайте я значу через стандартный DLG. Это ДЛН, матричная единица. Да, которая находится на и Т-строка и Ж-бетал. Вот, ну, соответственно, эти И и Ж, они образуют базис Ж-лен. Вот, а для того, чтобы построить базис Ж-лен, более-менее все есть, но давайте введем еще несколько значений. Здесь элементы H и T. Давайте сначала подсчитываем. И у меня бегает от единички до N-1. И, соответственно, А, то есть это Е и И минус Е и плюс 1 и плюс 1. Вот. Видно, что, значит, замечание. Пока на задний фарт, все это просто видно, если я просто говорю, нет.
Значит, замечание, то, что линейная оболочка в этих ошибках. Это просто диагональный катановская подалка. Ошибка – это разница между двумя единицами, двумя матричными единицами. Это Е и Е, и вот Е и плюс 1, и плюс 1. Да, то есть это такая матрица, которая диагонально, значит, в каком-то месте единичка, потом единичка. Все остальные были. 15 пиков. Это дальше. Вот, и, соответственно, если возьмем линейную оболочку этих ошибок, то то, что получится, это, соответственно, все диагональные бесследовые матрицы. Это называется картановская матрица. Ну, и обозначается она через H. Спасибо. Да, и, соответственно, размерность этой H – это n минус 1. И это единичка n минус 1. Вот. Хорошо. Теперь давайте с SLN разберемся дальше. Значит, вообще SLN имеет, как называется, треугольное разложение, или картановское разложение. И давайте напишу n минус, плюс а, плюс n плюс. Эти обозначения приходят из общей теории полугородских алгебр Ли, но нам понадобится только тип А, то есть SLN и GLN. Вот, поэтому всегда можно считать, что все очень конкретно, но разложение бывает всегда. И вот для SLN, значит, n минус – это нижняя треугольная матрица. А это прямая сумма, как алгебра Ли или просто как спектр? Это прямая сумма, как алгебра Ли. То есть каждое пространство – это под алгебра Ли. Вот, и, соответственно, как прямая сумма векторов пространства – это все не идеально. То есть это каждый из них является под алгеброй, но не идеалом в алгебре. То есть коммутатор двух элементов из каждой из них остается в соответствующем пространстве. Вот. Ну а коммутатор, скажем, n плюс n минус может быть. Значит, n минус это нижняя треугольная матрица. Вот. А n плюс это верхняя треугольная матрица. Ну, понятно, что n минус и n плюс это под алгебры, они называются непатентными под алгебры. Вот. Давайте, если будет удобно, для них выбрать бандис, а именно, допустим, у меня, давайте, опять же, на всякий случай, чтобы я понимал, а поднимите, пожалуйста, руки, если вы знаете, что такое корневая система простого алгебры. Да? Значит, ну, поскольку не все подняли руки, давайте я, значит, если вы знаете, то можно сейчас пропустить. А если не знаете, давайте я скажу. Значит, у нас имеется то, что называется корни. Это элементы альфа и g. Значит, это элементы из h со звездочкой. Вообще пространство со звездочкой будет для нас важно. Значит, здесь это как бы двойственная картановская под алгебре. Вот. И G тут бегает. Опять, давайте я обозначение в любом случае фиксирую. От единицы до n минус 1. Значит, эти альфа и G, давайте мы их определим. Значит, по определению. Значит, среди альфа и g есть особенно простые, а именно альфа и и.
да, там и выпадают, и эти альфа и по определению такие элементы, то есть вы на альфа и вычислили, то у вас получится, соответственно, давайте я спрошу, что это, для тех, кто знает, что это альфа и вика. Все согласны? Что? Два. Два. Еще интереснее. Ну давайте тогда, значит, давайте, поскольку молчание, видимо, это означает, что не все уверены в этом разбирались, да, давайте я тогда напомню чуть подробнее, значит, что такое, как мы это вычислим, значит, что такое корень, да, значит, вот у нас есть n+, и поскольку n+, это все верхние треугольные матрицы, то видите, хватит. Да, а именно, значит, это линейная оболочка всех E и G, таких, что у нас И, соответственно, меньше G. Поскольку это верхний треугольный, да, то номер строки строго меньше, чем номер столбцев. Теперь, что такое, собственно, корни? Да, как бы, как они, какой у них смысл? Вот давайте я возьму, ну вот, кстати, нарисую картинку. Верхний треугольный матрица, значит, по диагонали 0, ось диагонали 0, а здесь что угодно. Вот, и в частности, значит, у нас имеются матрицы, которые вот единички прямо на диагонали. Да, и, например, вот это у нас n+. И в этом n+, например, лежит матрица виды Е и плюс 1. Ну, это там матрица ничка прямо на диагонали. Хорошо. А? Теперь чем такая матрица замечательна? Вот давайте я возьму проведем вычисление. Давайте я возьму элемент и прокоммутирую его с элементом e и i, e и i плюс 1. Скажите, пожалуйста, что получится. Да, жидкое, значит, я напомню, что это такая матрица, которая не нулевые элементы только на диагонали. Причем не нулевые элементы есть на жидком и жидком в первой области. Это 1 минус 1. А E и E плюс 1 это матрица, которая, значит, будет в строке. И E плюс 1 колпс, это единичка, все остальные нужны. Вот, дайте вам почитать, почему я вот так. Давайте, может быть, поскольку, опять же, это вызывает разночтение, значит, когда это ноль, то есть. Скажи, не и плюс один. Не и. А еще? Все согласны? А давайте, может быть, вы грустные такие сидите. Давайте, может быть, тогда мы сделаем шаг назад. А вот скажите, пожалуйста, если, может быть, тогда нужно еще одно вычисление предварительное, которое нам опять же понадобится сильно. Если я беру
коммутатор E и G, и где на L, что получится. Это такое общее вычисление, да, которое нам поможет и в том, что дельта ЖК на Е и Л. Дальше. Да. На Е какое? Я бы голосовал за каждую. Значит, если вы никогда такого вычисления не проделывали, то я очень рекомендую его проделать. Это как бы краеугольный камень всей теории. Вот. Но проделать запомнить его легко, да, просто вы умножаете матричный единицы модул, порядок и так далее. Теперь давайте применим эту глубокую формулу в нашем случае. Да? Значит, это у нас что? Это у нас ЕЖЖ минус Е, Ж плюс 1, Ж плюс 1. Да? Поэтому нам нужно прокоммутировать это с этим, минус это с этим. Скажите, пожалуйста, что получится. Да, хотелось бы понять, как есть. А давайте конкретно прям напишем. Мы сказали, что если вот, вот нет, то ноль, да? Так. Тогда что? Это равно нулю, нет? Пойдет? Да. Так. Так, господа, поднимите пожалуйста руку, если вы согласны с этой формой. А вы ее поднимите, поставьте на стол, чтобы я видел, так сказать, прогресс происходящий. И поддержите. Так, два человека, три человека. Остальные против или воздержали? Давайте тогда еще минуту потратим. Кажется, потом это называем трудности. Давайте это сделаем. Еще одна рука. Ну хорошо, значит, я надеюсь, что у большинства это получилось, во всяком случае, критики мы никакой не получили, да. Вот. Значит, вы опять же могли видеть вот такую матрицу, называется матрица Катана.
Вот она как раз отвечает за то вычисление, которое мы с вами проделали. Да, вот эти чиселки 2, 1, как раз коэффициенты, которые вычисляют альфа и и от альфа. Вот, тогда, значит, мы это знаем. И значит, вот эти товарищи альфа и и называются простыми корнями. Вот. Ну и еще раз, значит, давайте я скажу, что мы хотели общие альфа и G по определению. Да, только опять же, это значит, давайте, может быть, я договорю. Что отсюда следует, что если я возьму H произвольно и прокоммутирую ее с E, I, I плюс 1. Вот, то H из H. Расскажите мне, пожалуйста, что получится. Что такое, как можно выговорить, что такой произвольный коммутатор, произвольный элемент из H с E, I, I плюс 1 термином вот этого альфа и I. Нет, просто даже без чисел, а вот, допустим, вот мы уже как бы помнили, что такое альфа и и, да, какой-то функционал, да, вот мы его определили. Можно ли теперь с помощью этого функционала сказать, как прокоммутировать произвольный элемент h из h с e и и плюс 1? То есть если нам вот... Мы под действием альфа и и на h. Это все или еще что-то? Это правильно? Ура. Вот, то есть это значит, что вот этот альфа и и отвечает за то, как произвольный элемент из катана коммутировать с нашей матричной линией. Вот, теперь произвольный альфа и жизнь. Давайте определим вот следующим образом. Это будет альфа и плюс 1 и плюс 1. С альфа жизнь. Вот. Но опять же, поскольку каждый из альфа и и это элемент за звездочкой, да, то сумма тоже элемент за звездочкой, ну и вот опять получится элемент за звездочкой. Вот, вы говорите, там, скажем, например, альфа, скажем, 1, 2, это альфа 1, 1, плюс альфа 2. Ну, опять же, давайте замечание, что обозначение альфа и и часто обозначают просто альфа. Вот такая. Ну и тогда альфа и жи это альфа и плюс альфа и плюс 1 плюс альфа. Вот. Почему, собственно, мы эти альфа и жи нам интересны? Кто-нибудь может, может быть, сказать? Чем эти альфа и жи примечательны? Вот чем примечательно альфа и и, мы уже поняли, да, что если у нас возьмем такую матричную единичку, е и и плюс 1, да, и прокомментируем h с этим е и и плюс 1, то просто у нас выплюнется константа значения этого альфа и на h умножить на е и и плюс 1. А альфа и чем примечательно? Как вы видите? Они так называются, совершенно верно. А как бы какой, как они связаны с самым другим? То есть какое отношение они имеют? Мы поняли, что альфа и и простые корни, да? Они вот, вот им хотите прокоммутировать, вот, вот вам корни. А альфа и и? Да. Но конкретно, то есть, да, всего с этими весами. Вот конкретно альфа и жи. Это совсем правильно? Да.
Давайте я оставлю это подтверждение. То есть взять А, применить где прокомментировать где и из плюс один. Получится что? Альфа и G от H умножить на E. Да, спасибо. Да, то есть если мы хотим прокоммутировать H матричной единичкой, то вот, собственно, те коэффициенты, которые выплевываются, они, собственно, контролируются вот эти вот положительные корни альфа. Хорошо? Опять же, если вы не проделывали это вычисление никогда, то я бы с этим буду проделать. Вот, но во всяком случае, опять же, эта конструкция, она не только для студентов, она для всех алгебр. И, ну, там, конечно, корни будут свои, и простые корни будут свои, положительные корни будут свои, но на тебе. Да, то есть вывод, что у нас имеется SPG, который есть положительный корни. Они отвечают за коммутацию элементов диагонали. С верхней треугольной матричной единичкой. Давайте прежде чем двинуться дальше, я задам контрольный вопрос. У нас теперь есть нижний треугольный матрица. Вот, и у них есть тот базис, который стоит из G и G. Мы теперь у нас не должно быть больше G. Да, вот давайте я возьму G и G, где и больше G. Да, это матричные единички, которые лежат ниже первой матрицы. И я хочу прокомментировать H такой где и больше G. Скажите, пожалуйста, что получится. Или, может быть, давайте я, прежде чем скажите, поднимите, пожалуйста, руки, если вы знаете, что получится. Да, а скажите, кто-нибудь? Такая же формула, да, и самая, только в Нет, не согласен. На близких, да. Ну, давайте напишем какую-то формулу, коллектуйте центр, потом мы ее... Это больше, и мы подведем. Ну, продиктуйте что-нибудь, мы потом как-то погоним, вот как правильно, давайте первое предложение. А что умножить? Все согласны? Обнимите руку по согласию. А есть что-то, кто не согласен с этой формулой? Вот я, например, не согласен, Миша тоже согласен, по правильной причине, да? Смотрите, он говорит, что у меня I равно 10, а G равно 1. Тут написано альфа 9,1. Что это такое? Я не понимаю. Да? Вот так, да? Минус прилагательный. Сейчас, во всяком случае, что с плюсом, что с минусом, это имеет смысл, да? Потому что и минус один у нас стало, ну, как-то не превосходило, да? Так что, во всяком случае, нормально. Теперь минус нам нужен. Thank you.
Давайте опять же пальцем голосования. Поднимите ваши руки, если вы согласны. Хорошо. А поднимите ваши руки, если вы не согласны с этой формулой. Тогда давайте, прежде чем двигаться дальше, давайте потратим несколько минут на то, чтобы проверить. Пожалуйста, да. Иначе все было осмысленно, что будет дальше происходить. Если у вас есть тетрадочка и ручка, если нет, то можно взять сзади, то потратим на 2 минуты проверку телефона. Так, поднимите ваши руки, кто может, кто это сейчас проверит. Поднимите ваши руки, даже видите, чтобы я видел. Ну хорошо, если вы это не проверили, то я очень люблю проверить. А если что-то если не получилось, но есть вопросы, то вы можете в любой момент их задать. И вообще, так сказать, опять же, еще одна опция. Я призываю задавать вопросы во время лекции, очень призываю. Но вы можете также это делать и в перерыве, и после, не устраняется, а наоборот, поощрение. Хорошо, значит, это более-менее все, что я сейчас хотел сказать про общую теорию алгебры Селен-Желе. Но прежде чем двинуться дальше, давайте я введу еще одно значение. Сейчас нам эти элементы прямо сейчас могут не слишком понадобиться. Хотя тут пригодятся. Но дальше будет играть ключевую роль. Видимо, давайте я... Давайте я скажу, что лямбда большое и... Верхний индекс n. Значит, такая матрица, которая имеет вид... она лежит в минус. Это ниже треугольной матрицы. И лямбда АМ это будет сумма всех ежи. У меня, поскольку это нижняя треугольная, то и больше же, так что именно же равно А. Да, значит, N это у меня фиксированное число, это просто эксцелент. Да, а это параметр. Значит, А бегает в единичку нового центра.
Вот. И, значит, я беру все матричные единицы, в которых разница между и жи равно точке А. Вот давайте, например. Скажи мне, что такое лямбда А, ой, лямбда 1. Что такое? Совершенно верно. Да, такая матрица, которая, значит, не безугольная, вот диагональ 1. А скажите, пожалуйста, что такое лямбда S? Да, такая матрица, которая одна матричная единичка, это верхняя. Вот, ну и там, собственно, есть верхняя. Вот, и, значит, единственное, что сейчас я про них хочу отметить, это утверждение. Значит, я возьму лямбда n а и прокомментирую с лямбда n b. Поднять вашу руку, если вы знаете, что это такое. Два мнения. Еще. Значит, первое, это значит, это ноль. Вторая версия лямбда L подкрыта, да? Вот, правильное предложение поступило, то есть А равно B, то матрица сама только мутирует, да? Поэтому так не может быть. На самом деле вы все знаете этот вопрос, потому что вы все проходили Жордана нормальную форму. Прямо золотые слова. Да? Да. То есть на самом деле мы все с вами вводили Жорданову клетку в n-ной степени, наверняка, да, на курсе Вейнаутера. Да, и в частности, мы наверняка с вами почти ну, все или почти все проделали на степени, чтобы вбили Жорданову клетку. Это 0, да, на главной диагонали. Когда вы начинаете зайти в степень, то диагональ начинает ехать. И это, собственно, в точности то, что написано. Да? Все диагонали делают вниз. Ну а если вы коммутируете матрицу с той степенью, надеюсь, получить что-то на любое, никак не будет. Поэтому это вообще 0, это любой проект. Но пока это, значит, забавное вычисление, дальше оно будет нам очень. Хорошо. А есть какие-нибудь вопросы про то, что сейчас
Вопросов нет, то давайте двинемся к представлениям. Опять же, давайте я, чтобы знать, поделить вас на руки, если вы что-нибудь знаете про неприводимые конечномерные представления с идем. Пока на уровне что-нибудь. Не очень много, тогда давайте я, значит, буду в той или иной степени подробен. Давайте дадим определение. Представление. А давайте еще раз на всякий случай. Поднимите, пожалуйста, руку, если вы можете дать определение, что такое представление алгоритма. Ну, почти все. Опять же, если, значит, если вы что-то не уверен, то вы можете в любой момент спросить, и значит, я прокомментирую. Значит, представление Эля называется представление Б. Называется представление со старшим весом. Со старшим весом. Лямбда изначально звездочки. Если существует такой вектор B и B, такой, то выполнены следующие три условия. Во-первых, возьмете N плюс, примените P. Любой вектор, любой верхний другой матрицы, примените P, то вас получится 0. Если вы примените элемент из картана, давайте мы отвечу культурно. Вот что, x, v, w, v, x, v, plus. Дальше h, v равно лямбда от h, v, любого h из h. То есть возьмите диагональную матрицу, то она просто умножит вектор на число, а это число получает применение вот этого самого элемента лямбда, вычислено на h, да? Умножить на h, v. Ну и третье, это то, что сегодня универсальная обертка вышли у вас минус, да, то есть если взять, по-простому говоря, если вы будете брать нижнюю треугольную матрицу и применять много-много раз к нашим вектором, то вы породите все. Вот. Значит, среди представлений населения. Да, бывают достаточно весом, бывают конечно мирные представления. Вот. Ну и, соответственно, нам надо интересовать больше всего именно конечно мирные представления. Да, значит, значение. Значит, у нас v лямбда из h со звездочкой. Это значит, v лямбда неприводимая представление SLN со старшим весом. Значит, еще раз я повторюсь, что в принципе со старшим весом не обязано быть неприводимым. Да, но мы через вариант обозначаем неприводимое представление. Ну и дальше можно сейчас спросить, когда оно бывает конечным методом. Вот. А значит, давайте я сформулирую это утверждение. Может быть, опять же, мне кто-то может подсказать. Скажите, пожалуйста, при каких лямбда, в лямбда конечный метод? Что это, простите? А какой рисунки? Ну, знаете, наша лямбда, да, это элемент из h со звездочкой, да, двойственного.
В принципе, можно очень много разных решеток, да? То есть хочешь какое-то условие, да, на лямбде, чтобы соответствующее представление было происходящее. Простите? А кто это должен быть? Лямбда. Это необходимое условие, но не совсем достаточно. Что? Четно? И четность тут не причина. Это лучше. Да. Да, то есть утверждение, что лямбда для того, чтобы это представление было неприводимым, нужно, чтобы значение лямбда на вот этих наших матрицах ошибка было бы целым необязательным числом для любого. Неприводимым конечным лямбдом. Вот. Значит, еще раз, что, в принципе, неприводимое представление бывает для любого лямбда, но если мы хотим конечномерное представление, то есть вот такое условие, и действительно эти лямбда образуют решетку, да, сложно два таких лямбда, то получится опять лямбда, знаете, потому что там условия, да, и такие значение P это такое множество лямбда за со звездочкой, лямбда от ошибка и z для любого i. Вот это называется решетка весов. И в ней есть положительная часть, доминантные веса. Который вот как раз и стоит из тех лямб. Лямбда от ошибки из z больше или равно нуля для него. Да, значит, вот это вот утверждение, которое написано, это теорема, она непростая, если вы не видели, то вам так обычно непонятно, почему должно быть верно, но имейте в виду, очень стоит. И ну, давайте для нас сейчас нам нужно будет что-то очень конкретное. Сейчас мы это что-то очень конкретное обсудим. А именно, вот даже если вы как бы не знаете эту теорему, вот давайте посмотрим на вот это утверждение, да, на P+. Вот, как я сказал, значит, P это решетка. Да, то есть мы можем любой элемент из P умножать на число и два элемента из P складывать на число C, да? А P плюс это положительный конус, да, то есть там можно умножать на целые неотрицательные числа. А вы можете мне предложить какие-то образующие P плюс? То есть я бы хотел, ну, для P, да, чтобы несколько элементов. Так, чтобы любой другой, он будет получить линейные комбинации этих. Да, соответственно, для P с целыми коэффициентами, для P плюс с целыми коэффициентами. Какие-то образующие для решетки P или для положительного конуса P. Сейчас, как вот конечный набор элементов, да, что звездочки, таких, что любой другой элемент выражается в целочисленной линейной комбинации. Такие как самые простые элементы из P+. Альфа и Т, но они P лежат, да, а P+ не лежат. Да? Потому что альфа и Т вот ошибки там. Несколько
Вот, это очень хорошо. Цель, да? Значит, давайте сделаем обозначение. Кстати, обозначим омега и. Это то, что называется фундаментальные веса. Такие штуки, у которых веса. Так что если вы омега и HG возьмете, то получится дельта и. Да, одна единичка и куча ноги. Смотрите, это такие замечательные элементы, потому что, ну как, если вот, например, вот здесь вот у нас есть какие-то чиселки, лямбда от HG, да, то понятно, что если у вас есть омега, который на одном H1-0, да, то любой лямбда, который удовлетворяет таким условиям, то есть любого лямбда плюс, лямбда равно m1 омега 1 плюс mn минус 1 омега n минус 1 для некоторых m-итых из z больше 0. Согласны? А при этом, если можно сказать, чему равно mi? Представляете, вот у меня есть лямбда дано, лямбда из p плюс. И я хочу найти такое выражение, то есть найти m-итых для такого лямбда. Значит, это просто сейчас вопрос, да? Да, точно. M-ит это просто лямбда. Да, по совершенно другой причине, да, потому что если есть такое выражение, вы примените к ошибке, то у вас все уйдет. Даже проходной M-ит, да, только. Хорошо? Вот, значит, теперь давайте я спущусь еще на один шаг вниз. А именно, ну, вот мы с вами что говорили сначала? Мы с вами написали, когда не приводили постоянный конечный мир, да? Потом сказали, что это такой положительный конус внутри решетки сочетанной. А дальше сказали, что вот есть такие специальные простые фундаментальные веса. В частности, если возьмем, конечно, лямбда омега и, получится конечномерное непереводимое представление. Значит, вот. Что такое V омега И? Поднимите вас руку, если вы знаете. Сейчас, с этого можно было бы начинать, да? Но мы как бы спустились с небес на землю, да? Вот, но давайте на всякий случай вот остановимся здесь, где фиксируем вот этот минимум, который нам нужен. Значит, можем ли мы сказать, кто такой B, он и другие? Нет, да? Это представление конечномерное, неприводимое, SN, у которой старший вес омега и. То есть на котором H и действует на старшую единичку, а остальные нуля. Хорошо, может быть, давайте я тогда еще один вопрос подключу, шаг вниз. Поднимите вас руку, если вы знаете какое-нибудь непреводимое представление с вами. Какое-нибудь вообще. А, ну скажите, какое, кто какое знает? Стандартное. Стандартное это что значит? Что значит это слово стандартное? Основные линии. Да? Центр. Просто вектор мы поставим. Хорошо, отлично. Здесь вектор. Еще кто-нибудь знает какой-нибудь? Тривиальное. Что там? Тривиальное.
Нет, для SLN это простая алгебра линий. Да, это, значит, под представлением присоединенного представления, это что такое? Это идеал, да? Значит, коммутатор с под представлением остается внутри. А в SLN идеалов нет, поэтому вы правы. Присоединенное представление тоже не гнется. Да? Значит, мы набрали пока три штуки, да, нулевое, тривиальное, векторное и присоединенное. А еще, да? Это? Двойственное. Да, но двойственное для присоединенных тоже присоединенных, поэтому особо ничего нового не получается. Есть двойственное, где-то, но да, это более для представления. Еще одно. А еще? Четыре штуки. Нет, ну тоже хорошо. Значит, для SL2 у нас имеется вот так, если SL2, то тогда вот это и, да, оно бегает, оно просто одно, да? Это просто одно число. Поэтому все, собственно, параметризуется одним числом M1. Да, то есть для SL2 все представления нумеруются одним числом. Ну, собственно, как вы сказали. И у этих представлений есть конкретная реализация. Ну, там вот, вращение двух переменных в данной степени, да, например? Это будет. То есть, знаете, все пока озвученные представления, да, они замечательны тем, что мы можем там подогнать общую науку под ним, но они все очень конкретные, да, то есть вот он за новым пространством, за новым действием, и вот делать что хотите. Да? Вот. Ну, а смотрите, здесь, значит, хотелось бы таких представлений должно быть n-1 штука. Да? Хотелось бы для SLN иметь n-1 представление, которое было бы очень-очень конкретно. Есть ли у нас на этом кандидаты? Что-то уже прозвучало слово тензорная степень, да, но представление тензорной степени, она не является непривативной, да, Ренат? Нет. О. О. Значит, давайте я сформулирую утверждение, что вы вольга ИТ это не что иное, как ляха ИТ от СН. А СН это просто векторное представление. Значит, в этой формуле содержится два утверждения сразу. Содержится утверждение, что это правая часть неприводимая, и что она неприводимая часть с остаточным весом омега и. Опять же, поскольку это вызвало сложности, давайте мы это утверждение обсудим. Вот. Но давайте прежде всего нумерологически обсудим. Поднять вашу руку, если вы знаете, чему равна размерность лямбда ИТ от СЛ. Поднять руку, вот я вижу. Окей, но это, во всяком случае, многие знают. Расскажите мне, кто это? Есть возражения? Комментарии? Хорошо.
Теперь, значит, во всяком случае, это межсемейное пространство. Теперь скажите, пожалуйста, кто вот в этом лямбда и цн старший вес. Но, собственно, если это неприводимое построение со старшим весом, то у него должен быть старший вес. Вот это вот В, да? Я написал, но с вами скажу. А, вот могу В это старший вес. Да, значит, действительно, давайте, пусть у меня, только если можно, я, чтобы, хотя сделаем, давайте, чтобы был готов с этим V, хотя V, ну, V1, Vn, это стандартный базис. Целен. Да, то есть просто у меня было... Цн это столбик, да? Ну, соответственно, вы это единичка на этом месте, нули на всех остальных местах. Да, вот. Значит, тогда внутри моего лямбда и Цн я могу взять такой вектор В1 внешнюю, В2, да, внешнюю, В1. Значит, это из лямбда и Цн. Значит, вы знаете, что это старший вектор. Старший вектор веса омега и. Почему это так? Не может быть? Можете ли еще прийти, как мы определяем действие? Это правильно. Господа, не можешь на него ответить, пока это страшно? А давайте, опять же, на всякий случай, еще один сот вопрос. Пойдите, пожалуйста, руку, если вы можете ответить на вопрос. Как вы там? Да, на Саша вопрос. Немного, да? Так, справа, так, давайте я вас призываю еще раз. Саша делает очень правильно, задает вопросы, на которые не знает ответа. Только чтобы как бы, наше взаимодействие не имело больше смысла, я предлагаю остальным делать то же самое. Да, потому что мы дальше будем, как бы, уйдем попробовать из них ситуации. Такое, да? Для того, чтобы это как бы имело какой-то смысл, нужно понимать, как вначале такой вид. Значит, вот давайте я возьму элемент x из SNL. И попробую возьму элемент, скажем, вида v1, внешний v2, внешний v1. Да, у меня любой элемент внешней степени является линейной комбинацией таких выражений. Согласны? И хочу применить x вот сюда. Значит, что это такое, кто может сказать? Сначала я действую словом на VAU. Да, нажимаете X, это у меня матрица, да? Я могу в матрице подействовать на вектор. Ну, соответственно, каждое выражение, каждое слагаемое, просто я применяю матрицу к вектору, получаю вектор, будет вполне корректно определено. Вот, опять же, если вы не видели никогда такую формулу, то я очень рекомендую проверить, потому что эта формула всегда определяет действие алгоритма. Да, просто дальше представление. Просто как формула, да, представление он будет. Вот. Это вычисление не хитрое, но подробно. Понял?
Не то, чтобы это было самое простое, хорошо. Значит, это наша формула. Теперь давайте попробуем вернуться к вопросу, почему вот этот гражданин пошли. Ну, даже, значит, надо три свойства проверить, да? То есть первое свойство, что верхний треугольный его убивает, то диагональный назвать на то, что мы хотим. А если применить нижнее треугольное много-много раз, то получится все. Но давайте действительно попробуем сначала x с диагональным. То есть я возьму, скажем, а жить, применить в1, внешне в2, внешне в3. Что у меня получится? Ну, у нас вообще много Во-первых, представь, что и не равно, то это ноль. Можете найти объяснить, почему? У меня ноль, только ноль, две больные. А если три это не три, то у нас он не дает, а он будет. Сейчас я вам видите эту разницу, да? Ну, вы поняли, чем раньше, да? Господа, нужно эту формулу пояснить? Да, значит, вот здесь три случая, да, когда либо они оба жиж плюс один уже меньше, и да, тогда это уничтожает, либо жи больше, и да, там два нуля, либо все равно, да, это один член. Вот. Хорошо, и заметьте, что вот это в точности третий. Вот это все равно омега и от А жи. Умножить на 2, 1, на 2. Да, то есть точка представления со старшим образом. Хорошо, а теперь если x верхний треугольный, то что происходит? Ну и вообще. Весьма понятно, это мы. Верхняя треугольная матрица, да, мы ее применяем к V1 на VI. Верхняя треугольная матрица умеет только уменьшать индекс векторов. Да? Ну а если вы попробуете уменьшить, применяете x какого-нибудь умножителя, да, у вас получится линейная комбинация векторов с меньшим индексом. Они все тут есть, а во внешней степени такое определение будет равно нулю. Да, внешнее определение отличается тем, что внешние определения будут одинаковых из сторон, потом нет. Дальше это ноль. Ну и дальше последнее утверждение, что если возьмем универсальную верхнюю, то это минус. Применим V1 вместо VI. Получится V омега I. Ну, получится вся внешняя степень. Ну, то есть, значит, мы хотим, значит, базис, это у нас VA1, внешний VA1. Ой, А1, да? Вы говорите, что можно что-то применить в V1 на VI, чтобы его получить. Я правильно вас понял? Да? Что-то применить к этому, получить это. А что? Да, больше не надо.
Ну, продиктуйте. Какие маточные единицы, да? Да. Я один это матрица единичка, которая на первой строке А первом столбце. А мы хотим наоборот, да? Вот теперь с тобой единичка, то есть там А1. Да? В матрице единичка где А1, она что делает? Вот P1 должна быть на ВА. Так. Значит, что мне нужно писать? Значит, Е1, да? Или как? Родится? Да. Я сначала применяю E1, да, что она делает? Вот к этой штуке. Она ищет какие-то вектор. Значит, E1 это матрица единичка, которая в этом столбце и А1 строке. Если развитая, да, совершенно верно. Да, значит, здесь нужно писать действительно только те аиты, которые не равны. Ну, например, могли быть все аиты равны, и тогда делать ничего не надо, да, сам для этого. Да, универсальная отверстие единиц, тогда делать ничего не надо. А если нет, тогда... Господа, это опять формула, которая, ее понимание нам в дальнейшем пригодится, так что если есть какие-то вопросы, то задайте. Есть какой-нибудь вопрос? Хорошо, давайте я тогда формулирую одно утверждение, которое опять же в дальнейшем будет иметь бесконечномерный аналог. Только мы сейчас, наверное, оно нетривиальное, и, возможно, не все из вас с ним сталкивались. Знаю, да, те, кто знает предмет. Давайте я сформулирую это как дилемма на будущее, которая говорит, что если я возьму элементы λn1, λn n-1, помните, это вот эти вот степени по диагонали, да, которые под главной диагональю, мы договорились, что они все коммутируют, поэтому я могу брать многочлены от них. Да, то есть применять их в любом количестве, в любые линейные комбинации. Да, и могу применить это к V омега I. Это вопрос правильный, но оставить нельзя. Значит, смотрите, что мы сказали с вами? Мы сказали, что есть равенство, что лямбда nA равно лямбда n1A, да? Правильно? Но только это равенство чего? Это равенство масс. Да? То есть это равенство
матриц, которые действуют в инвертном пространстве. То есть вот если и равно 1, то есть вот это вот пространство, в котором мы живем, это просто постоянно, то тогда действительно лямбда А n действует в нем как n а то есть лямбда n 1. Но вот это вот равенство, это значительно, да, вот это есть подпространство в V омега и, да, которое равно лямбда и от cn. Да, значит, здесь как бы, ну, это такое допущение, немножко нечестное обозначение. По-хорошему тут нужно писать не лямбда 1n, а тот оператор, которым лямбда 1n действует в представлении лямбда и cn. Но это некая вольность речи, которую всегда люди себе позволяют, когда говорят про представление, просто пишут сами элементы алгебры Ли, понимая это как то, что это те операторы, которые в этом матрице действуют в представлении. Понимаете разницу, да? Господа, это очень тонкий момент. Если есть вопрос, то спросите. Саша, есть вопрос? Понятно. Хорошо. Значит, да. Можно сказать, что они живут в универсальной операции, да. Можно сказать, что они живут в алгебре операторов, действующих на вот этом пространстве. С тобой, простите. Нет. Стандартно, верно. А уже когда больше единиц, то нет. То есть, еще раз, когда, если у вас как бы равенство, то y равно x квадрат, это равенство операторов на каком-то пространстве. Дальше мы берем как бы те же самые элементы, но которые действуют на другом пространстве. То есть им соответствуют и другие операторы. И то, что эти операторы должны отвечать тому же самому соотношению, мне ничего не стоит. Ну, я тебе могу. Да. Потому что они коммутируют в алгебре Ли. Да? То есть все соотношения, которые выполнены в алгебре Ли, будут выполнены в любом представлении. Но соотношение вида, что что-то в квадрате равно чему-то, это соотношение не в алгебре Ли, да? А в операторах, действующих на пространстве. Нет. Да, совершенно верно. V маленькая омега И – это V1, внешний V2, внешний V. Да, правда, пока не хотим. Это будет важно, когда мы там будем изучать идеалы многочлены на конкретных числах. Пока нет. Вот. Значит, вот это понятно, да, что это пространство? То есть мы теперь берем действие не всеми матрицами, а только не теми операторами, а только ним. То есть вообще говоря, это подпространство вот здесь. Вот утверждается, что на самом деле это все. Да, то есть, смотрите, вообще говоря, все пространство получается действием всех операторов, соответствующих нижней треугольной матрице. То, что здесь сообщается, то, что можно быть гораздо более экономным. То есть не нужно брать все нижние треугольные матрицы. Значит, достаточно взять минус одну штуку, причем которые просто между собой коммутируют. Да? И если мы живем в таком представлении, и вы применяете вот эти вот более простые операторы в меньшем количестве, то у вас получится. По-моему, это хорошее место, чтобы остановиться. И по вопросу вы задайте. В многочленах есть констант, да, совершенно видно. То есть здесь есть единичка, которая, ну, по праву, да, если не было единички, то мы не могли получить сам вектор, да. Поэтому единичка здесь есть, и поэтому вот этот сам V омега и C, он там есть. А дальше мы начинаем понижать вес, вот, и вот туда мы можем все получить. Ну, хорошо, тогда...